Заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов с рабочим визитом посетил Кубинку. Вместе с начальником теруправления Евгением Степаненко и родительской общественностью он посетил Кубинскую школу номер 2 имени Героя Советского Союза Безбородова, где сейчас идет капитальный ремонт. Как отметил подрядчик, работы ведутся по графику, отставаний нет. В августе капитальный ремонт должен быть завершен. Вместе с военным комиссаром Вячеславом Клявинем парламентарий также принял участие во вручении Ордена Мужества посмертно родителям погибшего гвардии лейтенанта Сергея Козина. А в завершении поездки зампред Мособлдумы провел прием граждан. Заявители обратились к парламентарию по социальному и земельному вопросам. Все обращения депутат-единорос взял в работу.